Приветствую вас, любители мотоспорта. Это обзор экипировки для магазина moto85.ru. А сегодня у нас на обзоре крайне интересные мотошорты, представленные компанией Alpinstars. Данная модель называется Bionic Freeride. Давайте рассмотрим их поподробнее. Поехали! Итак, перед нами универсальные и, можно сказать, классические шорты, которые подходят как для мотокросса, так и для эндуро, так и для езды на горном велосипеде и даже для любителей других видов спорта, таких как сноуборд или горные лыжи. В качестве основы здесь используется тянущийся нейлон с полиэстеровыми вставками, который прекрасно вентилируется и отлично впитывает пот. Данный материал не дает запреть вашим ногам даже в самую жаркую погоду. Хотелось бы отметить, что отличительной особенностью данных мотошорт является использование жесткой пластиковой защиты в районе бедер с внешней стороны, а также в районе копчика. Боковые области на талии прикрыты мягкими вставками. Какая-либо дополнительная фиксация здесь не предусмотрена, но она в принципе и не требуется, так как лямка на талии достаточно упругая и плотно обхватывает ваш пояс. К тому же, такие шорты чаще всего одеваются под мотоштаны или другую экипировку, благодаря чему они плотно фиксируются на теле и не сползают даже во время агрессивной езды. Безусловно, такие шорты очень актуальны, особенно во время катания в зимнее время. К тому же, бедра и тазовый отдел нашего тела в целом являются достаточно уязвимым местом, травмы которого весьма опасны и болезненны. Поэтому я всем рекомендую серьезно подумать о приобретении качественной защиты этой области тела. Данный товар вы можете приобрести в магазине экипировки moto85.ru. Ссылку на товар вы найдете в описании к данному видео. Подписывайтесь на канал магазина, ставьте лайки и будьте в курсе последних новинок индустрии. До новых встреч!